Машинка LG. Выбрали отжим. Стартуем. Блокировка закрылась. Вот насос срабатывает. И двигатель вот с таким шумом крутит. Так он с каким-то интервалом крутит и на отжиме выходит. Иногда вот бывает поддергивается барабан, потом вот пишут вот такую ошибку. Получается, заднюю крышку открыли, вот этот ротор будем демонтировать сейчас. Ротор демонтировали, теперь вот этот статор будем демонтировать. Так, статор демонтировали и будем менять вот этот таходатчик. Вот новый таходатчик. Выбрали отжим, стартуем. Все, вот теперь кручение барабана. Плавно идет, без остановки, без всякого шума. В одну сторону крутится, теперь в другую будет крутиться. Все, барабан начал крутиться. Шума нет никакого. Все, машинка набрала обороты. Ошибки никакой нет. Проблема была таходатчик.